И снова пожар в Одессе. Масштабное возгорание на территории железнодорожной станции «Сортировочная». Здесь горело одноэтажное административное здание. Пламя почти полностью охватило крышу. К тушению огня привлекли 10 единиц техники и даже пожарный поезд. Из здания вовремя вынесли баллоны с газом, а также около 70 единиц стрелкового оружия и патроны к нему. Но дело в том, что в этом здании располагается помещение военизированной охраны. Позже, при повторном осмотре места происшествия, там обнаружили тело погибшего мужчины. Его личность пытаются установить следователи. Загальная площадь пожежи склала 400 метров квадратных. Складність гасіння пожежі обумовлена швидким розповсюдженням вогню по дерев'яним конструкціям будівлі за сильного вітру.